Здорово всем! Я, в общем, очень рад вас всех видеть на своем канале, на котором давненько не было ничего нового, и вот вдруг опять появляется новый фильм «Из ниоткуда не возьмись», и он сваливается всем на голову! Я не знаю, что там происходит, но, короче, сегодня выходит фильм «Монголия». Я этому очень рад, если честно. Это одна из двух версий, и эта версия покажется вам, возможно, необычной. Задача была следующая. При помощи команды, которой мы путешествовали в Монголию, рассказать их головами, их эмоциями, подглядываниями за ними при помощи камеры, рассказать эту интересную историю о том, что же с нами произошло там, каково было это путешествие, для того, чтобы вам, зрителям, немножечко оказаться на диванчике, да, одного из наших джипов и проехаться с нами, и попутешествовать, и, возможно, пропитаться тем духом путешествия и эмоциями, которые мы испытали. Это первый формат, как я и сказал. Второй формат будет а-ля блог-стайл, в котором я буду рассказывать какие-то путевые заметки с этих, собственно, мест, в которых мы были. Надеюсь, вам тоже понравится. Он сейчас в производстве. Фильм не просто дался, и он стал возможным во многом благодаря тому, что у меня появилась команда. Не так просто дался поиск людей в команду. Сейчас у нас уже 2 человека, которые помогают мне с фильмами. И именно благодаря этому мы набираем темп, за что им огромный респект и уважуха. Как и всегда, в общем-то, фильмы не взлетают без ваших комментариев. Если вы хотите действительно, чтобы это творчество и дальше продолжалось, чтобы вы видели новые фильмы, нам важно, в свою очередь, видеть отдачу. Для этого важно, чтобы вы оставляли комментарии, чтобы вы ставили лайки, чтобы вы делились, самое главное, фильмом с своими друзьями, скидывали ссылку. Я призываю всех, кому понравится фильм, заснимать, может быть, кусочки, складывать их куда-нибудь в сторис, как вы обычно это чудесным образом делаете, за что вам огромное спасибо. Делайте это и дальше. Делитесь, пожалуйста, фильмом в социальных сетях, рассказывайте о нем друзьям, и это очень сильно поможет нам, нашему творчеству и нашему совместному союзу, да, зрителя и команды фильмейкеров, процветать и развиваться, и каждому получать то, что они хотят. Еще раз спасибо всем за просмотр этого видоса маленького. Желаю вам хорошего просмотра этого фильма. Мне кажется, он получился очень живым, энергичным, интересным, драйвовым. Обязательно ставьте лайки, это важно нам всем. Еще раз спасибо, всех обнял. Пока!